Программа «Артспорт» продолжит работу. Об этом заявили в Министерстве культуры и спорта. В Комитете по делам спорта опровергли сообщение о закрытии проекта. По их словам, все подобные заявления являются спекулятивными. Сейчас вносят изменения в правила работы программы. Внедряют пункты, направленные на повышение охвата детей, обеспечение их безопасности, а также пресечение мошеннических схем. Вопрос с долгами акиматов перед поставщиками тоже решают, сообщили в профильном ведомстве. Редактор